день 70-летия Великой Победы жители города Омска и области выстроились в одну колонну бессмертного полка. Почтить память родственников фронтовиков, которых нет в живых, и сказать спасибо тем, кто еще с нами. С транспарантами вышло более 20 тысяч мечей. Спасибо! Спасибо! Представьте себе, как бы сегодня кончилась война, и все страдания, переживания, смерть, кровь, пот людей ушли как бы в одно мгновение. И радость, наполненная жизнь, миром жизни, так возбудила к жизни, что эмоции переливаются из края. Акция «Совсем юная» в Омском регионе, она проходит в третий раз под эгидой Министерства по делам молодежи. В этот день атмосфера радости и патриотизма объединила 20 районов Омской области. Столько историй и судеб, где каждый несет свою память. Здесь я со своей внучкой и с портретом своего мужа, я вдова Великой Отечественной войны, участника. Горда за нашу родину, что сохраняет мир в нашей стране уже 70 лет. Папа нам мало рассказывал о войне, у него всегда как-то на ком подступал к горлу, как бы, знаете, наверное, это все-таки сердце много чего пережило, как бы ранения у него были, осколки были. Когда идете вместе со всеми? Конечно, волнение, радость и очень большую гордость. За них родных, желанных, любимых, таких строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих. В прошлые годы я тоже участвовал в акциях «Бессмертный полк». И, исходя из того, что я видел раньше, сознание молодежи, конечно, более приходит к пониманию того, что они делают. А больше народу приходит на акции «Бессмертного полка». А мы среди участников этой акции уже можем видеть не только людей взрослого возраста, то есть детей, возможно, ветеранов, но уже это и правнуки. Мне очень приятно, что хотя бы к юбилею я, ну, созрев дошел до этого, что нужно вспоминать о своих родственниках.